Друзья, посмотрите, какой я фонтанчик на солнечной батарее приобрела в Валбрисе. Нет возможности подвести сюда электричество, чтобы был другой насосик, но вполне справляется со своей работой. Очень красиво. Вместе с моим фонтанчиком через Валбрис пришла гортензия Самарская Лидия. Два достаточно хороших экземплярчика в P9-ке Хакура Нишикиева. Прям отличные экземплярчики. А также древовидные пионы. Картинку вам представлю. Вот уже листья вовсю. На некоторых даже есть бутоны. Картинки я предоставлю. Какие древовидные пионы пришли. Шикарные бутоны. Буду их пересаживать, конечно. Вот экземпляр. Отлично. Вот такой мой улов отличный. Надеюсь, все примется, все будет как положено. Расти, радовать меня. Ну, а на этом все. До скорых встреч. Пока-пока, друзья.